Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Мы продолжаем тему фитнеса, дыхательные упражнения. И хорошо, когда человек осознает их важность выполнения не только на суше, но и в воде, во время занятий аква-аэробикой, аква-йогой или просто плаванием. А также можно выполнять, и я советую вам это попробовать, дыхательное упражнение в перевернутых позах. И давайте я конкретно покажу, какие упражнения и как их надо выполнять. Вы стелите коврик, ложитесь мягко, поднимаете ноги, выпрямляете их вертикально. И первое упражнение делайте медленный вдох носом, выпячивая живот и ртом выдох, впячивая. Затем ритмичное дыхание носом. А затем двойной вдох носом, двойной выдох ртом. И в конце снова медленный вдох носом, полностью глубокий, выпячивайте живот и затем ртом выдох. Продолжительность этих упражнений в перевернутой позе не должна превышать у вас 2, максимум 3 минут. Итак, 2-3 минуты, но вы можете делать эти упражнения 2 раза в день, скажем, утром и вечером. Попробуйте, это обогатит ваш фитнес-опыт, а также послужит улучшением для вашего здоровья. Желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.